В Одессе прошел всеукраинский форум «Суд вчера, сегодня, завтра». Семинар собрал более сотни представителей судебной системы из разных уголков Украины. В наш город приехали представители судов Киева, Хмельницкого, Николаева и Черкас. В обсуждении тем приняли участие адвокаты, прокуроры и научные сотрудники. Основная цель – обсуждение проблемных вопросов Криминально-процессуального кодекса и создание прозрачности судебной системы. По словам организаторов форума, такие съезды являются одним из важнейших аспектов эффективного проведения судебной реформы и освоения системы электронных судов. Сегодня очень болезненный вопрос доверия к судебной системе, коммуникация с судебной системой. Я думаю, мы все вместе, когда собираемся, и в том числе и на этом форуме, попытаемся выработать формулы, каким же образом наше общение может быть продуктивным, каким образом мы сможем стереть грани непонимания между гражданами и между судебной системой.